Обреченную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велена. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. А я сегодня получил горбушку хлеба. Что, неплохая работа моему Любушке подвернулась? А ну, конечно, не худшая. Ты! Свет в верхнем этаже башни. Ну как? Ты нашла, что искала? Да, спасибо, что спросил. Как себя чувствуешь? Выспался? Зачем тебе эти бумаги? Ну как же? Чтобы продолжить исследования, прерванные трагической смертью ученого. Александр исследовал чуму Катрионы. Я хочу использовать его заметки, чтобы создать лекарство. Или хотя бы вакцину. Ага. Из чисто гуманитарных соображений, да? Нет. Я действую из соображений чисто эгоистических. Сильные мира сего дорого заплатят за такую панацею. Например, Родовит. Возможно, он даже согласится забыть о моих прошлых связях с ложей. Родовит ничего не забывает и не прощает, в особенности чародейкам. Для меня он сделает исключение. У меня есть чем с ним поторговаться. Неужели ты сама в это веришь? Ну, ты же веришь, что Йеннифер когда-нибудь перестанет относиться к тебе как к собачонке, а я над этим не смеюсь. Я поеду с этими материалами к Родовиду, нравится тебе это или нет. Это самоубийство. Ты закончишь на костре, поднимая боевой дух солдат и забавляя чернь. Заткнись на минуточку и посмотри на меня. Ты видишь эти следы? Меня покусали клопы. Ты понимаешь? У меня тут клопы, Геральт. У меня Кейра Мец, советница короля Фольтеста и члена ложи чародеек. Что бы ты ни сказал, я больше ни дня не останусь на этих болотах. Ни дня!
Но если я пересеку Понтер, люди Родовида рано или поздно меня достанут. Значит, придется с ним договариваться. У меня нет выбора, понимаешь? Есть третий выход. Поезжай в Каэр Морхен. Думаешь, там я буду в безопасности? Думаю, да. Если только не выведешь Ламберта из себя. В любом случае, ни Эмгир, ни Родовид тебя там не достанут. Роскоши не жди, но чистые просто не в замке найдутся. Путь не близкий. Но если держаться леса и как-нибудь перейти Пустульские горы, может и получится попасть туда незаметно. Я попробую. Не могу же я тебе отказать. Да, я разбираюсь в женщинах. Именно поэтому, прежде чем мы попрощаемся, отдай мне эти заметки. Хорошо, забирай их уже и выметайся. Прощай, Геральт. Точнее, до свидания.
это вход в нору Накеров. Ох, и гнусный же ты! Сдавайся! Не давайте ему проснуть! Собачий сын! Убью. Убить! Обобрать! Thank you.
У вас в руках такое. О, ты. Прости, но у меня нет на все это времени. Главное, чтобы тебе хватило времени на то, что действительно важно.
Гнездо гулей, надо его уничтожить. Гнездо гулей, надо его уничтожить. Давай! Если у меня сын родится, назову Геральтом. Видно, что ты человек бывалый. Так скажи мне, хватит ли вам раз в неделю лупить? Или больше надо?
вами дело иметь приятно, только уж следующим разом. Ау! Вы бы поаккуратнее этих бедолаг уделывали. Плащ с куним воротником и тот трудно продать, ежели на нем всюду кровища. Аккуратней ты можешь свою бабу по жопе хлопать. А товар не тебе, так баронским людям продадим. Говорят, женщины севера моются раз в 3 месяца. Это правда? Ну что, возьмешь что из готового или заказать? Я хочу, чтобы ты кое-что для... Будь здоров. Патлы у тебя как творог белые. А я бы... Сударь! А в те шахты он набрал вам. Я, когда был в Новиграде... Я слышал... Плотва. Не торопись. Давай, плотва! Давай! Здесь стоит осмотреться.
как пошла за хворостом в лес. У! Ты что, не слышала, что охотник говорил? Какое-то лихо в чаще рыщет. А чем мне Сударь, в хате топить? У нас кругом кошмары. Даже говна нет. Самовилы, всю скотину змеи, покрали. Змеи, летучие щуки и еще эти. Не топыри. А? А? Я по поводу заказа. Известно, что это за чудовище? Здоровенная должно быть тварь. Дюжину волков перебила. Кишки им выпустила, но съела не все. Значится, от злобы убивает. И рычит, и воет по ночам, аж страх берет. Люди в лес зайти боятся, хоть в деревне голодно. Я бы мог заняться вашим чудищем, но не бесплатно. И сколько вы хотите? Столько мы готовы заплатить. Я займусь этим. Так нам, значит, посчастливилось, что вы сюда забрели. Удачи. У нас кругом кошмары. Домовые, самовилы, змеи, летучие щуки и еще эти. А вы, ведьмак, нам должно быть с небес посланы. Шевелись, плотва. Ну, все, все, все. Монстр перебил целую стаю. Вот же туша. Ставил порядочный мех, и когда терся о ствол, запах все еще держится. Беса. Да, старая и засохшая. Видно, тварь тут была довольно давно. Тварь тут была довольно давно. Придется найти другой путь.
Погиб недавно. Интересно, кто его так отделал? Следы лап. Он долго сопротивлялся. Еще зацепка, следы. Для беса слишком маленькие. Оба потеряли много крови. Клочки окровавленного меха. Тот второй был другой окраски. Это должно быть черт. Наверное, не поделил с бесом территорию. Придется его приманить. Жалко, что они не свежие, но для приманки сойдет. Готово. Это его привлечет.
Запах миль на 5 вознесется.